sunny men. Poor Lightning gotta go home and take him some rest. Poor Lightning gotta go home and take some rest. You know I gotta pick cotton tomorrow and Monday. Little girl, you know that's gonna be a solid mess. Чувик выходит и начинает орать. Найн, найн. Это что, по-немецки, что ли? Нет, по-вьетнамски. Конечно, по-немецки, но видно с акцентом, сейчас поймешь. Ну? Вот, короче, она кричит, кричит, тем более боится, или типа того. Ну вот, короче, она, найн, найн. Вот, выстрел, она падает, ну типа убили ее. И тут ходит какой-то уксус и говорит, все, спасибо. Оказывается, это был режиссер, который выбирал актрису на эту роль. Ну, самую лучшую, понимаешь? А, она просто играла. Да, и причем очень херово. Ну, так вот, он ей говорит, все, спасибо. Она лежит и шевелится. И только кровь течет, причем синяя. Вот, он к ней подходит, она и шевелится. Смотрит на нее, трогает, она ни ответ, ни привету. Он, значит, здесь на измену садится, чего-то орет, выбегает еще каких-то три уксуса. Тоже начинает орать. Ну, думаю, что убили. Вот. Как убили? У нее кровь синяя. Ну, ё-моё, это каким тормозом надо быть? Подумать, что она ласты выкинула, когда у нее кровь синяя. Ну и что дальше? Ну и... Что дальше-то? Ну, короче, она лежит. Хватит задницы, я сижу. Поступил сигнал из джаз-клуба. Гасите телек и на выезд. Куда? Там остался. Там один лохматый со светофором. Какие проблемы? Проблемы? Какие проблемы? А кто наряд вызывал? Что? Это мы? Мы наряд не вызывали. Не вызывали. Да хорош воду мутить, к нам поступил сигнал. Да вот был тут один козел, но мы его выкинули, да? Ну да. А кто ж нас вызывал? А может этот козел и вызывал? А да, ребята, куда? Эй! Ну-ка, давайте. А без ну-ка, карты. Проходите. Давайте. Сколько можно? Давайте, ребята, а ну-ка проходите, быстро. Давайте, проходите. Кому сказали? Давайте. Пошли. Привет. Пошли, жалко, давай, что ли? Козел. Пошли отсюда. Больно нужен этот клуб. Черт твою мать. Теперь что, обратно ехать? А у вас есть... Thank you.
найду. Джеральдини не видели? Вроде где-то здесь был. Пошел куда-то. Достал. Только что вышел из дома. Видите дальше. Каждое движение закладывать. В контакт пока не вступать. Никогда нигде не был замешан. Отсутствует напрочь во всех наших списках. Да. Суперкиллер какой-то. Биография обычная. Родился, учился. Живет один. Нигде не работает. Человек-загадка. По-моему, просто ноль. И как он его? Отвинул чем-то по башке. Почему не из пушки? Видимо, не хотел шуметь. Тем более, что рядом были менты. Там еще менты были. По ложному вызову. Потусовались и свалили. Как раз в этот момент вышел Джеральдини, чтобы позвонить. Джеральдини? Это погремуха. Он на итальянца был похож. А потом? А потом снимают с него клубную карточку. Зачем ему понадобилось? Клубная карточка. Джаз любит? Шеф подозревает, что на ней что-то было. Надо допросить его и грохнуть. Шеф боится. Здесь не все ясно. Через Джеральдини шеф хотел договориться с серыми. Так вот она что, серая. Серые — это не очень приятно. Скорее всего, это они Джеральдини грохнули. У них не было повода. Поэтому шеф не торопится. А если не серые,
Так кто ж тогда? А в любом случае его трогать опасно. Представь себе, что мы его допрашиваем. А он, оказывается, не при делах. Отставной. В расход его. К чертовой матери. Вот именно. И тут появляются серые и наезжают на нас. Они же давно ищут предлог. Интересно. И что они нам скажут? А скажут, что мы убрали Джеральдини и этого говнюка, чтобы он рот не открывал. И зашел в рюмочную на проспекте рядом. Идите за ним. В контакт не вступать. Просто тряхануть с него карточку. Чего с ним возиться? Нет. Два пива. Надо выяснить, на кого он работает. И вообще, откуда он взялся. Пока задание четко. Следить, что он делает, куда ходит, с кем разговаривает, чем срет. Вообще все. Всем на пол, суки! Руки за голову! Бежать! Бежать! Всем не двигаться! На пол! Руки за голову! Быстро упал! Куда? Не двигаться! Бежать! Руки за голову! Куда? Да, мы здесь, все тихо. Его. Никакой перестрелки голову. Нет. Всем не двигаться! Дом 13, парк проспекте. Нет, кафе-бар 15. Слушай, там сказали. Идиот, дом 13. Блядь, не это здание, уходим! Бежим! Что он передает ему? Это часы. Чьи это часы? Не Джеральдини? Нет. Джеральдини он ничего не снимал. Только забрал карточку. Джаз-клуба. Зачем? Возможно, на ней что-то было. Информация на клубной карточке? Или это знак. Кому? Не нам. Это точно. Еще эти двое. Скорее всего, они тоже не пиво пришли хлестать. Черные? Да, я думаю, это черные. А они каким образом здесь замешаны? Они никаким. Они ждут, пока мы сделаем свою первую ошибку. Самого убийцу, возможно, они не знают, но с кем он связан, я думаю, им известно. Черные охотятся на нас. Это плохо. Надо избегать столкновения. Это что за цирк? Что здесь делает ОМОН? Непонятно. Но, как видимо, подставные. Дают шанс убийце сбежать от хвоста. Существует третий, который только нам неизвестен. Еще и третий? Теперь слушай меня.
Тебе нужно найти этого рюмочника и допросить его. Эти часы, в них должна быть какая-то завязка. Я думаю, у тебя не будет проблем расколоть его. С самим киллером в контакт не вступай. И главное, черные не должны этого знать. На всякий случай следи, чтобы этих двоих не было. Он где-то минут 10 назад вышел из рюмочной. Наших ОМОН накрыл. Собирается звонить из телефона автомата. Постарайся подслушать его разговор.
Ну, хорошо, ладно. Ну, тогда не приходи, договорились. Оставайся на коротких волнах. Ну все, пока. Куда не приходить? Я не знаю. По-моему, говорили просто о том, как не встретиться. Какая встреча? Не играй со мной. Тебя действительно не могу понять. Говорили о коротких волнах. Тебе сказали не приходить. Куда не приходить и почему? Какие короткие волны? Что за короткие волны? Кажется, мы здесь не одни.
Оружие ни под каким предлогом не вытаскивать. Только по моей команде. Если самовольно огонь откроете, бошки отстригу. Смотрит на джазистов. Больше ничего. Вот какой-то знак. Может, еще что-то. Следите за всеми. Он явно кого-то ждет. Не упускайте ни на минуту. Пасите по всему клубу. Главное, с кем он будет иметь контакт. Неважно, случайно или нет. Тихо. Все тихо. Никаких реакций. Может, он просто джаз пришел послушать. Thank you.